порядком, дорогие друзья. 12-я часть прохождения. И на сегодня, те, кто смотрит в прямом эфире, это будет последняя часть. Сейчас мы полетим в рандомные. Там какие-то были две планеты. Посмотрим, что там за квесты. Я так понимаю, они не должны быть сложными, но все равно надо их оценить. Благо, это будет в кои-то веки не вовремя, по... капитан. Цитадель на связи. Сообщение высшей категории важности. Это посол? Подпись не его. Я думаю, это совет. Я переброшу сигнал в радиорубку. Давай, перебрасывай. О, боже мой, нам возвращаться надо теперь к нему. Капитан Шепард, мы получили информацию, которая может быть важна для вашей миссии. Что за информация? Мы получили срочное сообщение от наших агентов внедрения в Траверсе. Продолжайте. Я вас слушаю. Я вас слушаю. В настоящее время в пограничных регионах пространства Цитадели рассеяно несколько групп внедрения. Это занимается сбором данных о Сарине. Что им удалось выяснить? К сожалению, полученное нами сообщение сильно пострадало из-за шумов. Вероятно, наши агенты попали в ситуацию, в которой им сложно пользоваться межзвездными средствами связи. Но сообщение... Поэтому они записали на грампластинку все. Что бы они ни пытались нам передать, это явно нечто важное. Учитывая ваш интерес к Сарину, мы решили, что вы захотите изучить вопрос. Да, захотим. Узнайте, что стало с нашими агентами. Сигнал поступил с планеты Вермайер. Спасибо за помощь. Ну вот, это типа основной квест. Совет предпочитает не вникать в дела спектров. Мы лишь хотим, чтобы у вас была вся информация. И о Вермайере тоже. Угу. Желаю удачи, капитан Шепард. Давай. Если мы что-то узнаем, то уведомим вас. Угу. Отлично. Но мы добьем этот регион, чтобы никуда далеко не лететь. Здесь, типа, в этом же регионе будут две планеты сразу. Вот это было закрос, по-моему, да? На нее приземлиться можем. Не было. Странно. А, не, здесь было по-другому. Мы это и не проверили еще. Сейчас. Вот что было. Вот здесь вот было в Македонии этой. В системе. Что-то. И сверху там еще одна капитан, была территория. Срочное сообщение от командования Альянса. Да чё же они докопались до нас? Шепард, я думал, я теперь свободный стал. Хекет из командования Альянса. У нас возникла проблема, и только вы можете с ней справиться. Ну, рассказывай. Да, это я уже слышал. Почему каждый раз, когда у вас возникают проблемы, вы бежите ко мне? Вы спектр, Шепард. А эта миссия не для новичков. Не-не-не. Проблема возникла на учебном полигоне Альянса, где мы проводим учения и тестируем новое оружие и технологии. Угу. Один из компьютеров, которые мы используем для симуляции тактики противника, перестал выполнять команды. Он не поддается контролю. Адмирал, просто скажите, как его остановить. Нам нужно, чтобы вы пробрались через полигон к ядру ВАИ и отключили его вручную. Не волнуйтесь, адмирал. Я отключу эту штуку. Я знаю, что спектры отчитываются перед советом. Но вы все еще человек. В армии Альянса! За Альянс! Сейчас вы нужны нам. ВАИ контролирует все оружие, всех дронов и автоматизированные системы защиты. Шепард, только вы можете справиться с этим заданием. Оби-Ван Кеноби. Удачи. Надеюсь, это... Здесь же, да? Я просто не понял, это на этой же планете или где? Так, у нас появилась она, и у нее что-то вкачано здесь вообще. Ну, короче, ее возьмем и нашего техника, потому что без техника я вообще не вижу смысла туда никуда идти. Это на Луне задание, а... Эй, насрать. Мы сюда летим. Оу, миссис Мако. Мы снова на Мако. Так.
Обломки, база кеперов и аномалия. Но сначала посмотрим на члены наших отрядов. 4 очка у нее есть. Перегрузка была нормальная тема. Вкачаем ей дальше ее. У тебя ничего нет. Ну и теперь давайте с ней смотреть. Лиара и Тони. У нее есть какой-то бросок. Отбрасывает противника силой. Подъем. Это умение время поднимает его за противника, находящегося в радиусе. Короче, у нее нет нормальных навыков, да, я так понимаю. Она стрелять не умеет. Но у нее тоже есть первая помощь. Тоже есть перегрузка, которая нафиг нам не сдалась. Это вообще урон или что это такое? Где урон у нее? Кроме первой помощи, я ничего хорошего пока у нее не увидел. Ладно, первую помощь мы у нее возьмем. Вот до сюда, до второго уровня. Перегрузку я брать не буду. Зачем Азарим что-то уметь, они ж красивые. Да-да-да. Так, наносит цели 6 единиц урона в секунду, снижает защиту от физического урона. Все, вот, я нашел навык, который будем вкачивать. Это реально какая-то херня была. Это типа яд накидывать на противника. Что за сингулярность? Создает вихрь, притягивающий к себе противников. Ну, возьмем один и здесь добьем до конца. Отлично. Это стасис. Ну, давайте. Я просто думаю, сингулярность это типа притяжка. Я могу из укрытия вытаскивать персонажа и стрелять в него, а он все это время будет просто ехать на нас. Видимо, это так работает. И радиус увеличивается, видите? Ну тут все равно 8 метров, это, ну блин, близко надо. Сразу 10 человек можно поднять, говорят. Ну ладно, давайте вкачаем все это, посмотрим. Ну и бросок тогда тоже доберем. ХЗ. Но у нее есть оружие вроде как. Точность выше. Нет, это плохо. У нас лезвие третье, ясно. Урон выше, но точности нету пожинателя. Ясно. Так, а у тебя чего? Возьми лансер. Возьми штурм. Кеслера возьми. Надо что-то накидать ей на оружие. Уменьшает отдачу. Окей. И токсичный урон. Изи. Все остальное она не будет таскать все равно. Только можно ей в доспех что-нибудь кинуть. Ладно, окей. Куда там ехать? Я здесь, вот сюда, да? Я
правильно еду? Да, правильно еду. Озвучкой. Так мы же специально. Я много раз уже объяснял, ребят. Я специально поставил русскую озвучку, чтобы веселее было. Чтобы немножко добавить веселых каламбуров, которые есть в игре. Так, только не говорите мне, что я просто так сюда еду, и ничего здесь не будет. Это? И чё это? Так, теперь сюда. Но через горы, я так понимаю, проехать я не могу. То есть сначала мне все равно придется туда ехать. Или здесь я могу проехать? Ой, не туда еду. Что-то как-то их многовато здесь. Многовато, и они вообще не умирают. Мистер Пират! Все? А, нет, еще один. И еще один, судя по всему. А, пофиг на него. Пойдем на базу зайдем. Ой, надо было сохраниться. Сейчас, как обычно, что-нибудь произойдет. Так. Ну, давай, красавица. А чё, где ее навыки? Почему ни одного навыка нет? Почему она это делает самостоятельно? Ясно. Она еще тот боец, я смотрю. Так, красавица. А у тебя нет ничего, да? Давай, во-первых, ты за это возьмешься, а не за пистолет. Нормально. Одного убили, наконец-то. Может, чуть вперед пробежать, наверное. Тихо.
Это роботы или не роботы? Вот в чем вопрос. Так, это походу не роботы. А еще музыка куда-то у меня пропала. А теперь еще Италия умерла у нас. Так. Я предпочитаю отойти назад. Автокаст отключи в настройках. Ничего не знаю. Хочу сохраниться. Подожди. Почему нельзя сохраниться? Ой, боже мой. На всей этой территории еще и нельзя сохраниться. А, подождем, пока она. Пока они воскресят себе здоровье. Блин, тяжеловато оказалось. Без нормальных бойцов идти туда тяжеловато, ребят. Я даже их убить не могу никак. Кто-то попал из наших бойцов. О, ура! Мы одного еще убили. Там один у них, короче, вообще под эпик защиты какой-то гуляет. Как его отстрелить, я даже не знаю. Надо снова подойти поштормить немножко. Чё он такой здоровый? Ран! Девчата, ко мне! Так, нормально, от одного еще избавились. Так, назад. О, этот штурм просто какой-то невероятный. Так, мы его убили? И этого убили? Ну все, мы победили. Почему писик таким выгодным оказался против них?
А это наши. Все? Еще кто-то есть. Так, объясните мне, почему Пистик оказался таким выгодным против них? Они мажут 70% заклинаний, убери автокаст. Нормально все у них, не мешаем. Вы впереди, я замыкаю. Замыкай. А что ты скажешь? Готово. К чему ты готова? И вообще, что здесь надо было сделать? Я думал, здесь что-то будет... А, во. Кто уже успел расстроиться, ребят? Столько убить всех, чтобы ничего не получить. Но здесь все 4 уровня я уже получаю штучки. Найс. Просто она точнее в данный момент... Так у меня вроде дробовик должен быть точным. Или ты имеешь в виду само про себя оружие просто точнее? Ты на что за астероид приземлился? Да какой-то рандомный астероид выбрал, приземлился. Сейчас мы еще второй такой же сделаем. Но это... Просто я хочу изучить, увидеть, как это работает в этой игре. То есть эти рандомные квесты. Почему все еще восклицательный знак висит? Мы же тут побывали. Хм. Ну ладно. Кстати, шутки шутками, но такие вездеходы на самом деле существуют. Там второй этаж еще был. Серьезно? О, боже ты мой. Ну ладно. Доеду до знака вопроса и вернусь ко второму этажу тогда. Да, знак вопроса где-то здесь неподалеку. А вон оно, видимо. Все? А там что вон еще отображено на мини-карте, я вижу. Я пока реально вот, ну, не нашел никакого толку вот в этих месторождениях. То есть вот... А, ну это бабки нам просто дало. Куча опыта и бабок. Причем это... Как говорится, вообще не была отображена на карте. То есть потенциально здесь тоже что-то может быть еще. Ну, мы возвращаемся назад к их базе. Потому что там, говорят, я второй этаж упустил. Секретики. Но это как бы не совсем секретики. Не все же должно на карте отображаться. Более того, если пойти по примеру других миссий, здесь вообще ничего не отображается на карте.
Просто нажал ехать вперед, ребят. Так, а где второй этаж? Ты имеешь в виду вообще? Там я прям внутри в здании пропустил второй этаж? Я думал, здесь еще один просто вход будет сейчас. Нет, я в здании, говорят, пропустил второй этаж. Ну-ка, давайте. Где? Да, мы невниматочно. Фотографируем. Ух ты ж. Столько оранжевых было. И я по-прежнему не вижу смысл во всем этом. Ну, то есть, зачем вообще магазин нужен в игре, когда здесь так много дают тебе всего вокруг? То есть, вот настолько много всего дали. Ну, все вроде. Ну да, вроде все. Сейчас еще на вторую такую планету тогда слетаем, которая в этой же системе находится. Чтоб потом не возвращаться. Раз это к территориям относится. Ну да, я поэтому и пропустил. Я отвлекся на вот это вот, видите, комнату. Мы оттуда стреляли, а я туда не смотрел, я на эту комнату уже бежал и все. Не знаю, разнос у пистолета, посмотрите, какой гигантский. Магазин для спектров, можно много чего купить. Не знаю, не знаю. Все еще восклицательный знак висит, ребят. Вот сюда кресты нам поставили. Ладно, хз. Сейчас быстренько проедем. Вдоль границы. Ну, здесь нет ничего, я понял. Окей, тогда туда резко. К той точке, и там уже будем улетать. А как, кстати, улетать назад? О. Как улететь с планеты, которую мы исследовали? Ну, я просто думаю, что в этом овраге большом может что-то быть еще. N. Я вот сюда хочу доехать, посмотреть. Т. Сколько разных кнопок вы, ребят, знаете. У-ху! Будущее. Так, ну, короче, здесь ничего нет, судя по всему. А, не, вон что-то нашел. Не вижу где.
Это чем-то мне Вов напомнило. Вове тоже, знаете, этих... О-оу. Тоже есть эти места с там железной рудой и так далее. Там золотая руда, я помню, когда еще золото можно было фармить. В огромном количестве, даже деньги реально не зарабатывать. Китайцы этим сидели, промышляли, делали копеечки себе на обеды. Так они тоже были запрятаны в таких вот лощинах. Там же, по-моему, навык надо было вкачать, да, чтобы находить руду. Ну, то есть, раскапывать руду мог любой. От раскопки увеличивался у тебя навык. А вот найти руду мог только тот, кто вкачивал его, если я правильно помню. Или там специальный класс был. Нет, точно был не специальный класс, потому что я же своим персонажем находил руду. Да, знал, что у них нет нежити. Пам-пара-па-пам. Мы еще одну нашли. Там были точки спауна. Нет, слушай, там не было такого. Или было? Я точно помню, что... Чуваки? Там просто стояли и ждали уже потом. Ой. Ну чё, говорят... Да, вернуться на Нормандию. Н. Буковка Н. Хотел показать пальцами, но понял, что не смогу. Тик. Ну, сейчас с этой планеты все понятно. Возможно, здесь будет квест в дальнейшем. А, здесь, по-моему, еще в одной было планете высадка. Если я правильно помню. Не. Ошибся я. Но вот здесь точно были высадки. Копать любой мог, это да. А в каком было? Протей? Не протей. Саламин? Даже не сала. Мин. Там еще одна большая планета была сбоку, видели? Или мне показалось? Не, мне не показалось здесь. Скрытая планетка. Во. А. Ну, у нас осталась только одна. Серсея. Слушайте, я же точно мог сюда лететь. Ха. Может, я перепутал с этой? Со Спартой? Может, на астероид приземлиться? Да ладно, не мешай мне, у меня тут, видишь, какое интересное задание. Летая по планетам и делаю ни хрена полезного по квесту. Так сказать, браконьерчествую. О, прям вся водяная планета, смотрите. Вот она где была. Так, давайте этого возьмем и Эшли. Хотя нет, стой, подожди. Мне же нужна ты обязательно. Я просто... Мне нужен второй техник, чтобы я мог менять. Чтоб я мог менять все. Ни хрена здесь планета с астероидным дождем. Так, здесь обломки какие-то, аномалия и сигнал бедствия. А к обломкам я могу сразу доехать? Давайте сохранимся. Там, где сигнал бедствия, туда мы позже всего придем.
Ну да, я еду прям туда, нормально. А, вот. Нет, что-то другое. А? Как обычно, золотишко нашли мы. Изи золотая руда. Где она? О, здесь какой-то вольфрам у нас. Литий. Кстати, всегда одно и то же дают, ну, имеется в виду. Всегда 2200 дают, я еще ни разу не видел другого числа. Блин, могли бы сделать интереснее, чтобы это, эти ресурсы реально были важны в игре. А то пока ценность ресурсов, которые мы находим, крайне бесполезная. А? А, во. О, я зафейлил. Я смогу еще раз? 25 единиц это будет стоить. Но это тяжелая была. Так, окей, теперь в эту аномалию слетаем, а потом сигнал бедствия, потому что я чувствую, там будет перестрелка. В аномалию это туда вверх ехать по прямой, да? Даже чуть-чуть сюда. Я думал, кометы будут приземляться на нас, эти астероиды, а они только звуки издают и ничего не приземляется. Скучно. Во второй это как раз и сделают. А, ну молодцы тогда, потому что, ну... Я, наверное, только сейчас похожу, вот это вот пособираю в этой, в 12-м, как говорится, про... части прохождения. Но больше я, наверное, не буду на такое возвращаться. Не очень интересно оказалось. Скучновастенько. Здрасте. Да боже мой. Причем мы всех обследуем всегда идентично. Вот зачем этот жетон? Карта местности появилась у нас. Круто. Та самая карта, которая у нас так и так была. Ну, теперь она у нас официально. Так, я немножко неправильно еду. Нам туда надо, да? Да, именно вот так. Во втором Mass Effect все переделают. Не, ну мне нравится, когда разработчики делают какие-то работы над ошибками. Вот как в Divinity первом. Правда, в Divinity втором они бой-систему переделали. С одной стороны, они молодцы, добились того, что теперь нельзя... Точнее, теперь можно любым классом проходить игру. И не обязательно иметь один и тот же класс у себя в команде. С другой же стороны, они там других ошибок наделали. Можно было теперь просто обузить однотипное оружие и не обращать внимания на некоторых персонажей, у которых там завышенный армор. Дюна, ты ли это? Прикольно. Ну вот хоть что-то интересное. Три тысячи опыта. Поздравь меня, опнуло серебро второе. Поздравляем.
Это такая же штука, как у нас была, да, типа? А. Солдаты Альянса. Похоже, они прилетели сюда на маяк без... Я хочу их корабль. Они служили под началом адмирала Капуки. Он захочет узнать, что тут произошло. Ну, что тут произошло? Ну, не повезло чуваку, чё? А, тут и другие есть трупы. Может, их тоже можно проверить? Не, другие трупы проверить нельзя. Только непонятно, это чудовище их не съело, а просто... А так серебро 2, нормально. Очень даже хорошая элла. Так вот, я про Divinity не договорил. В первой Divinity вам, по сути, надо было всегда играть одними и теми же классами, потому что остальные классы, ну, очень слабые были. Ну, для трайхарда можно было поменять, понятное дело. Но все равно вы вынуждены были бы вкачивать те же самые навыки, по сути. Для, как говорится, упрощения прохождения. А во второй Divinity они добавили вот этот вот возможность... физического и магического защиты. С одной стороны, это круто, но с другой стало то, что вы начали просто собирать однотипный урон. А, это что-то новенькое. Однотипный урон и автоматически, по сути, защищаться. Противник не мог против вас. А то, что там, например, завышенный армор был у некоторых персонажей, специально был сделан, там, допустим, завышенный армор, чтобы нельзя было... именно так в наглую проходить. Я хочу за... А, мне, кстати, туда не надо. Ладно, короче, все, летим на базу. Там всего 2000 золота. Ерунда. Скучновато, скучновато, ребят. Ладно, куда там лететь надо? На Луну, говорили? Давайте выйдем. Мы здесь. Луна, она, я так понимаю, здесь будет. Потому что туманная змея это наша, типа. Ой, что такое? Местное скопление астероидов. Ферос. О, Вермайер. Вот, что-то мне надо было на Вермайере. А, не, это по сюжету. Это по сюжету. Полететь. Ладно, что это за местное скопление? Ой, я не то нажал. Не ту кнопочку, ребят. По сюжету только астероид и цитадель. Астероид это вот это, да? Ну то в местное скопление летим. Здесь ничего, кроме солнца, нет. Это типа Земля, я так понимаю? Да, мы попали в нашу солнечную систему. А что здесь? Он есть? Еще планета! Press F for Pluton! Ребята, он еще планетой здесь является. Мне так его жаль. А че, даже исследовать нельзя? Даже не исследовать. Почему здесь Сатурн размером с этого? Ясно. Я как будто в школу попал. Есть просто надписи. Которые мы и так знаем. Ой. Даже на Марс не приземлиться, вы издеваетесь? Вот она, отдельная Луна, помните? Там что-то говорили. Ты все еще землянин, спаси нас. Первая часть, не жди много. Ладно, на Землю можно хоть приземлиться?
Даже на Землю нельзя. Население 11,4 миллиарда. Мне лень оружие просто переодевать, пусть они идут. А как же шуточки про исследование Уранус? Потому что мы не англичане, поэтому... Так, давайте сохранимся и... Чё, где, когда? Где я вообще? Я здесь. Учебный полигон, обломки. Да, я правильно еду. Виви Вов новый будет. Ты имеешь в виду классика? Это не новый, это старый Вов как раз таки. И, ну, если буду, то только когда уже вернусь из отпуска. Да вы издеваетесь, такое расстояние проезжать. Ой, я его разогрел. Безумные очереди. Да я даже не из очереди. Я говорю, я без очереди сегодня попал туда. Хотя я днем это пытался, а не вечером сделать. Может, днем очередей меньше. Ой, смотрите, какой классный вид. Ребят, смотрите, какая красота. Причем это нам же Россию показывают, да? Я пытаюсь понять, что это такое. Ну, это типа японский. Нет? Ну, вроде вот это вот, получается, Евразия у нас здесь показана. Как раз тихий... Не, а тогда где здесь у нас часть? Чё это за часть, ребят? Я реально не въезжаю. Что нам показывают? Так. Это, походу... Хрен его знает что. Что это такое тогда? Я хотел предположить... Да, здесь даже полюсов нет, то есть. Это красиво, но нереалистично, потому что это не настоящая наша планета. Нет, серьезно, что это такое? Где у нас на планете такое? Это типа Земля. Это Европа. А что тогда за океан здесь такой неожиданный появился? Ну ладно, нам говорят же, что это будущее далекое, так что, возможно, здесь затопило уже все. А насколько далеко, кстати? Потому что континенты смещаются там 10 тысяч лет. А здесь, походу, нам говорили только про сотню лет. Ну вот, считайте, реально, 2000 лет только. Там показывают кучу противников, но я никого не вижу. Ага.
нам вот это задание дали, что типа АИ разбушевался, и надо на планете, на точнее на Луне, восстановить управление человеками. Карта местности. Ту-дум. А что с музыкой случилось? Такое впечатление, что мы это случайно как будто выключили музыку. Блин, я так тупанул. Ой, а как назад вернуться? Фак. Что-то я начал частенько, ребят, фейлить. Частенько. И это у меня как бы есть наша красавица. Если так задуматься. Я боюсь представить, что если бы я без нее ходил. Вот без этой дешифровщицы. Что с музыкой? Кто-нибудь напевайте мелодию. Ла 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 ла. Вау. Так, походу я их зря там оживлял. Так, девчонки, давайте снова. Та-дам. Здрасте. Я молодец. Так, может у меня какая-то не те оружие надо уже взять посильнее. Так. О! Ну, определенно есть оружие посильнее уже. Есть хышник. А дробовики так и остались те же. Дробовиков сильнее не стало. Пистолеты такие же. А, не, есть какой-то стингер. Снайперка, ну ладно, возьмем ее. О, тяжелая броня, вы давно мне говорили, надо ее взять. Все. О, я в беленьком теперь. О, музыка появилась. Кто там, ребят, из вас? Ну-ка, признавайтесь, кто из вас подкрутил музыку нам? Не, им я оружие давать не буду, они бесполезные, эти бабы. Два мага, блин, волшебника в команду взял. Надо их сейчас оживить только. Тут лучше их с дробаша бить, только точность увеличить.
А, я не могу оружие больше поменять. Че за бред? Кстати, а че он у меня? Без ничего. Да. А, у меня какой-то баг, ребят. Я не могу стрелять. Ладно. Давайте тогда просто... Просто выйдем и зайдем, как в прошлый раз. Здесь они не респаунятся заново. А-оу. У нас проблема. Кто не понял, у нас кнопки не работали. А чё, так тоже можно было обузить? Так зачем тогда мне было перезаходить? Я мог просто... Короче, отходишь, сохраняешься, загружаешься, и у тебя воскрешаются персонажи. Балансная тема. Такое впечатление, что я единственный, кто теряет ХП у нас в команде. Так, ну это была только первая комната, да? Да, там еще две комнаты. Так, ребята говорят из чатика, что надо с дробовиком идти. Окей. Вроде с этим все. Идем дальше. Токсичный газ. Ну, я чувствую, здесь то же самое надо будет делать, да. Блин, пипец, туда выстрелов надо сделать. Давайте что-нибудь другое возьмем. Здесь ничего такого нет, на что тыкнуть можно, не. Все. По-моему, все. Что скажете? Ведите, капитан. Я здесь. Вы мной гордитесь? Я собой так вообще. Че, все? Вот и вся миссия. Ну ясно. Ну ясно. Что-то у меня отпало желание теперь второстепенные миссии проходить. Не просто изучать другие планеты, но и второстепенные даже. Ну ладно, на самом деле здесь был трайхард небольшой. Небольшой трайхард все же был. Тут много роботов на нас выехало. Мы лавлапнулись? Да, лавлапнулись. Меткая стрельба. Давайте снайперки докачаем. Ура! У тебя два навыка. Ты кто это? Это девка. Девка!
Тебе давай электронику почти добьем. В этой штуке я уже был, да. Все? Реально все, ребят. А я могу увидеть, что в журнале будет написано, что я это выполнил? А, вон что-то. А, вон еще что-то надо сделать. Уничтожит модули каждого из трех ядер ВИИ. Я только один уничтожил. А где остальные два? А вот теперь у меня желание выйти. Ладно. Зря я говорил, что было слишком легко. И она сейчас будет идентичная, да? Я уверен, будет идентичная. То есть там такие же эти будут. Разбор игр подписчиков. За сколько надо поддержать стримера, чтобы такое произошло? 550, если донатом. Ну, либо просто напрямую 500 рублей задонатить. Но ты будешь в очереди. У меня там обещанный уже есть один человек. Мы вроде говорили, что я, может быть, завтра сделаю ему обзор. Ну, скорее всего, завтра сделаем ему. Ну, кстати, если ты до завтра задонатишь, может быть, и тебя тогда обозрем завтра. Они не напали на нас, да? И назад, девчонки, уходим, уходим, уходим. Да ладно, патрончиков не хватило. Побочные планеты не лучшая сторона МЕ, ога. Да вот я и смотрю, тут какая-то. Девчонки, за мной! Ну и где они? Реально пистолет такое ощущение, что самое лучшее оружие. Смотрите, как джебошит пистик. Сейчас я еще троечку поставлю. Пистик ОП. Просто, я не знаю, дробовик вроде должен быть ОП против этих. Все, походу. И точно такие же комнаты, где мы будем точно так же отравляться, насколько я понимаю. Thank you.
Он такой большой. О, сколько у него применений. Юрий подарил 2000. Воу. Почти 500. А ты никнейм тогда еще свой скажи, потому что так-то я же не могу все вслепую сделать. А че за ерунда, нас отсюда не выпускают, судя по всему. Большое спасибо за поддержку. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы мы завтра тебя проанализировали. Окей, сделаем. Че, как отсюда теперь выбраться? Ясно. Элементарноваться. Вообще, да, какая разница? Я же могу сначала щит этот убить, а потом это. Не Mass Effect ли? Mass Effect ли? Еще один. Там можно на любой аккаунт заходить. Главное, чтобы у тебя в последних 20 играх были те игры, которые ты хочешь, чтобы я обозрил. Но ты лучше в личку еще напиши мне в ВК. Точно никнейм. Или завтра приходи на стрим как раз, когда это будет происходить. На крайняк сделаем не завтра, тебя в другой день. Если у тебя не сыграны игры, я же не заставляю тебя сейчас эти играть. А если у тебя сыграны те игры, которые ты хочешь, тогда ну так и сделаем. Так я просто в историю аккаунта захожу. Раньше мне нужен был твой аккаунт именно, а сейчас сделали все проще. Риу, ты в этом смысле молодцы оказались. Все аккаунты доступны, можно смотреть их. Фух, вы видели? Как я в последнюю секунду успел. Вот так я хорош. Тут тупо игра олдов, да. Ну хорошо, что я сохранился сверху. Так неожиданно, типа, умирать от этого. Вроде уже бегаешь, уверен в том, что гуфнуться никак не можешь. О-оу. Нет, ну блин. Ну не успел. Сука. Сейчас пойду гуфну специально. Ладно, специально гуфиться не будем. Максимальный. Thank you.
Да ладно, я не попал. Так, девчонки, у нас проблема. Там роботы ждут прямо при входе нас. Что будем делать? Ладно, щиты восстановили, пошли. А, не ждут? А я думал, они нас прямо при входе ждать будут. Ну, хоть убиты те роботы, которых я уже убил. Просто в этой территории их оказалось в 3 раза больше, чем до этого. Так, уходим. Мы еще двух убили нормально. Блин, такой бред. Потрясающее прохождение. А я что? Я ничего. Прохожу, как умею. А сейчас мы полечиться можем. Но их еще меньше стало. Найсу! Не, реально, пистолет такой, впечатление против этих роботов самое крутое. А вот это хреново. Я не помню, на каком месте я сохранился. Я, по-моему, перед тем, как зашел первый раз сюда. Фу. Нам музыку дали даже хорошую. Нам дали музыку уже, в которой говорилось, что все, мы всех победили. Да, это первый раз, когда я сюда зашел. Ладно, зато у меня есть шанс снова это сделать. Все, видите, с первого раза. Видите, здесь сохраниться нельзя. Надо на улицу выходить и сохраняться. Сейчас они выйдут сюда, и мы дадим бубу. Я застрял у стенки. Мы там просто девчонок потеряли. А-оу. Серьезно?
А вот это интересно. Оказывается, так сохраниться нельзя. Так что придется проходить с первого раза все. Нет, дробовик мне что-то не нравится. Против них. Да боже мой, хары прижиматься к стенкам. Просто мастер по прижиманию к стенкам. Теоретически они здесь же и должны стоять нас ждать сейчас. Почему в этот раз они нас не ждут? Там, короче, один, который с ракеты, он просто шотает любого из нас. Что бы мы ни делали. Просто инста-ваншот делает. И вот это вот самый проблемный робот. Это, по-моему, красный, который. Он и меня шотает, и их шотает. Ой! А я молодец. Вот, боевые дроны, они не так страшны. Ну, как бы, они все равно страшны. Но не настолько, насколько тот. Все, их уже почти не осталось, ребят. Правда, я боюсь, что там будет еще финальная какая-то миссия, а я сохраниться не могу. Ну, мне тут, типа, не позволяет сохраниться. Ой, зачем я тройку нажал? Сейчас мы уже справимся, должны будем с ними. Вот это ракетный дрон, видите? Он будет ракетами кидаться постоянно. Надо просто дожидаться вечно вылета ракеты. Вот она взорвалась, и тогда... Сейчас не время! Четыре женщина. Все? Сыкотно! О! Нам разрешили быстрое сохранение. Ну все, тогда меняем на дробь и поехали. Я одна на Твиче, но я думаю, тут многие уже спать ушли. Так что это, как говорится, неудивительно.
Так, опять они. Так, мы ракетного взломали, но... А, мы его убили. Блин. Не хотел тратить заряд на просто щит. Все, походу мы победили АИ, ребят. Мне вот интересно, а те, кто ставили сложность не максимальную, ну, они просто по сюжетке шли, наверное, и как микросериал смотрели игру эту. Что можно сделать? Что это такое? Дарные бойцы превосходно нетренированы, что позволит им безукоризненно справляться с любыми боевыми ситуациями. Увеличение здоровья, увеличение защиты от урона, усиливает иммунитет и барьер, усиливает умение прилива адреналина. Для уничтожения противника спецназ предпочитает не грубую силу, а точные смертоносные удары, увеличивает урон от всех орудий, усиливает иммунитет, меткая стрельба и уничтожение. Но я, наверное, спецназ возьму. Что за ударный боец? А мне кто-то из вас говорил это на какой-то из траев, что можно будет солдата изменить на Луне. Кто-то из вас это подсказывал. Я тут четыре раза стартовал и ни разу этого не заметил. Забавно. На Нормандию. Ну что ж, ребят, наверное, на этом мы будем заканчивать. А следующий раз мы будем именно уже по сюжету идти. Главное запомнить, куда лететь. Может, сразу туда пролететь? Куда мне надо было лететь? Я просто уже сам не помню, куда мне надо было лететь. А, не, я вспомнил. Ну, давайте туда и прилетим, и там же и сохранимся. Чтобы потом не путаться. Нам нужно было вот в эту лететь штуку. Вермайер. И вот на этом и завершим. А то в следующем прохождении будем уже идти прям по сюжету, потому что, ну, я не вижу какого-то большого смысла в том, чтобы проходить эти сторонние вот эти проходики на разные планеты, залетая. Там скучно. И делать нехрен. Но, с другой стороны, там бабки можешь заработать. Такие дела. Так что давайте хоп-хоп, хоп, и сохраняемся. Идет сохранение. Не в расселенном мы теперь. А мне интересует еще кое-что перед тем, как я уйду. Мне не дали здесь ничего нового. Я думал, здесь что-то дадут. Но ничего не дали. Можно отмену распределения сделать. На базе можно делать отмену распределения. Лол. И у меня отступник с героем одинаково прокачаны. Ну ладно. Не до этого.
Давайте. Всем спасибо, кто был. Ставьте лайки на YouTube. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Как обычно. Завтра у нас будет Лига Легенд. И завтра будет обзор как минимум одной игры аналитической. А возможно и двух, а то и трех зрителей. Давайте. Всем пока. Всем счастливо.